Вы не поверите, но знаменитый Николай Дроздов более 25 лет живет в довольно маленькой квартирке с кухней площадью 5,5 квадратных метров, а также в его собственности находится небольшая дача в Подмосковье. Двухкомнатная квартира телеведущего расположена на юго-западе столицы. Это обычная хрущевка с крошечным коридором, кухней, санузлом и ванной комнаты. Небольшая площадь не доставляет комфорта хозяям. Приходится отказываться от многих современных благ, чтобы разместиться в маленьком пространстве. Супруга телеведущего как-то призналась, что недостаток места и старый ремонт вызывают у нее гнетущие чувства. На кухне площадью 5,5 квадратных метров Николай Дроздов умудрился разместить не только гарнитур, но и большую газовую плиту и стиральную машину. Немного выручили антресоли, расположенные над дверным проемом. Несколько лет назад Николай Дроздов решился на перемены и обратился к профессионалам за помощью. После обследования квартиры дизайнеры для реализации всех гениальных идей предложили полностью переделать не только кухню, но и прихожую с ванной комнаты. Дизайнеры использовали в оформлении интерьера исключительно натуральные материалы. Это массив и стекло. Оконную раму сразу заменили современным стеклопакетом, изготовленным из трехслойного клееного бруса сибирской сосны. Дополнительно установили противомоскитные сетки. Небольшой санузел решили присоединить к ванной комнате, для этого потребовалось демонтировать одну перегородку. Старое напольное покрытие и всю отделку удалили, а также заменили батареи отопления современными биметаллическими радиаторами. Мастера также заменили входную дверь. Новая конструкция имеет два металлических листа и три контура уплотнения. Такой пирог обеспечивает качественно тепло и шумоизоляцию. Стены между коридором и ванной комнатой сделали из влагостойкого гипсокартона. Мастера заменили старые чугунные трубы современными из полипропилена. Дополнительно зашили шкаф для коммуникации, он стал более компактным. Небольшой по современным меркам домик Николая Дроздова расположен на участке площадью 12 соток в дачном поселке неподалеку от Москвы. Коттедж построен из красного кирпича, на фоне которого эффектно выделяется зеленая крыша и белоснежное обрамление окон. Приусадебный участок разделен на две зоны. Территорию для отдыха засеяли газонной травой, возвели большую беседку и обустроили комфортное место для шашлыка. С другой стороны поставили теплицу и разбили несколько грядок, на которых супруга телеведущего выращивает овощи и зелень. Вдоль дорожек высажены многолетние цветы и декоративные кустарники. Внутри домика все достаточно скромно. На первом этаже оформлена гостиная с настоящим древяным камином. Просторная кухня и спортивный зал. Второй ярус занимает спальни хозяев. Не так давно Николай Дроздов отремонтировал дачный домик и поставил современные стеклопакеты. Стены украшают живопись. Несколько картин подарил телеведущему Никас Сафронов.